О местонахождении структурных подразделений теперь налогоплательщики должны будут сами сообщать в налоговые органы. Соответствующее дополнение в закон было принято на заседании правительства. Информация о местонахождении структурных подразделений, информация о которых не содержится в государственных реестрах, необходима налоговому органу в целях обеспечения постановки налогоплательщика на налоговый учет и осуществления контроля за полнотой и правильностью уплаты экономическим агентам налоговых и иных обязательных платежей. Прокурор республики сообщил, что при проверке деятельности каких-либо предприятий прокуратура не могла обнаружить не то, что их подразделения, но и сами главные офисы. Такое положение дел затрудняло работу прокуратуры и налоговых органов, а многие организации пользовались этим для совершения незаконной деятельности.